Кундэри. Кстати, как тебя зовут? Ким Мион. А тебя? Ян Джонгук. Найн. Сколько тебе лет? 32. Мне тоже? Мы одногодки. Мой день рождения в начале года. Я старше. В начале? У моего дедушки тоже был в начале. Парни. В начале 1924 года. Живот болит. Может, супчик от похмелья? Я тебе не рассказывала, но однажды... Я смотрела, как он спит, потому что это было так мило. Прошу прощения, госпожа! Я больше так не буду! Наверное, ему приснился кошмар. Из-за усталости и стресса от работы. Попытайся просто его понять. Хорошая идея. Нам стоит поехать с ними в сауну и подружиться. Мужчинам нужно раздеться и увидеть друг друга голыми. Тогда мы становимся друг другу ближе. И возникает преданность и доверие. Простите, что прерываю. Но у вас что, у всех слабоумие? Серьезно? Отлично, я сейчас буду. Я ухожу. Улыбнись уже. И почему вы, сестры, вообще не улыбаетесь? Улыбочку. Это тоже он сам написал? Да? Да, так и есть. А ты чем занимался? В носу ковырялся? Палец вынь, иначе кровь пойдет. Да. Простите. Господин. Сними куртку, она очень дорогая. А если его убьют за проигрыш, а? Если он умрет, то и мы помрем. Почему? Мы все в одной команде. Мы обманули председателя Пака с боливарами. Точно, тоже с ним помрем. Это плохо. Почему вы все время говорите, что умрете? Я не буду с вами умирать. Надо мне это. Ян Джонгук! Эй, где Ян Джонгук? Где он? Его здесь нет. Где Ян Джонгук? Нет его тут! Найдите его! Заткнитесь! Где твой брат? Они меня с ума сведут! Что с ними не так, а? Эй! Эй, ты умерла? Эй, куда дальше? Алло? Этот идиот повесил трубку, черт побери! Они не дадут нам больше? У этих придурков ни капли уважения. Никогда не встречал таких грубиянов. Как он посмел скинуть депутата? Вы не депутат, вас уволили.